Да. А, только этим, да? Звук? Не знаю. Где-то тут должен быть, по идее, звук. Что, нет звука, хотите сказать, что ли? Так, в кармане у нас 1240 рублей. Так он и был. Просто айфон конченый, поэтому. Так мы в банке, все правильно. Да, вижу, цепь вижу. Потока не было, я знаю. Я купил кое-что, что теперь будет поток всегда. Как все скоро буду стримить, я посмотрю в Озоне, пришла, не пришла. Штука это. Нет, это не модем, если что. Но я купил кое-что, что спасет нас от этих ебаных, ебучих домов высоких. Пришло, не? Сейчас посмотрю. В пути, сука, должно сегодня было прийти. Я карты не брал, поэтому сегодня гадать не будем. Я чек настроения, сегодня без карт. Не усилитель, другой чуть-чуть. В смысле? Twitch? А что должен Twitch тебе за стримы присылать? Twitch американская платформа, все выплаты давно заблокированы. Чехова Пушкинская, да. Twitch не платил. Уже как два года уже не платит как. За подписки? Ну господи, у меня там за 2,5 года подписок на $30. Ну если это можно считать деньгами за 2,5 года, раздели на 630 дней стримов раздели на 10 на 30 баксов и посчитай, сколько это в день. Так что в принципе как будто бы проще просто в доставке работать. Братан, стримы это для хобби, это никакая не прибыль, это невозможно добиться прибыли, если ты не гуакамоле какой-нибудь или не скамер, если не рекламируешь какой-то скам и не продаешься за всякое дерьмо, ты ничего не заработаешь. Куда еду? На Вкуснолюбов. Если ты не, если ты свою аудиторию не продаешь, если ты типа какой-нибудь, типа, знаешь, я не буду, конечно, сильные высказывания говорить, но если те, кто продают свою аудиторию за скам, тогда все зарабатывают. А я как бы стримлю для души, у меня нету... Я не пришел с целью продать аудиторию, типа, за деньги каким-нибудь, а-ля, там, не знаю, букмекерки какой-нибудь, вот эта хуйня, или покеру какому-нибудь. Я просто стримлю для души, поэтому я не про деньги. Поэтому я ничего не зарабатываю со стримов. Оно мне и не надо, в принципе. Я изначально приходил для другого. Кто стоит? Вот это что ли, ты про нее? Про Гелендваген. Гелик стоит. Вон, зайдите к Диману Жапану. Раньше же нормально челик стримил хотя бы на донаты. И все-таки продался какой-то скамерской залупе. Так что я больше к Диману Жапану не захожу типа после этого. Благодарю. А мы все равно не успеем, похуй. Или успеем. 10 секунд ставить. Успеем. Казик, ну вот. Бля, стоять. Поэтому я к Диману Жапану больше никогда не зайду на стримы. Мне такое. Я если... Ну ладно, там Марк Гуакамоле, но он изначально жопу свою продал, в принципе. И еще и людей скамил до этого. Это ладно, бог с ним. Я его смотрю только из-за того, что он просто смешной, ему донаты запретные кидают. Он просто типа харизматичный. Это ладно. Ему простительно, он уже давно продался дьяволу. А вот, допустим, Димана Жапана я раньше посматривал. Еще было интересно. А как только появилась какая-то реклама конченая, я сразу отписался. Привет, 130 тысяч рублей.
Нет, не смотрю. Здорово, здорово, брат. Предлагал постоянно. Вау, кто это такой? Кто это такой маленький? Ой, ой, прикол. Не, ну это прикол. Это же этот, как он? Кто это был? Хорек. 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 Ку-ку, братишка. Ку-ку. Хорек. Что-то хорька захотелось. Это как 8 рублей в час? Скажи. Ну, сам проедем, конечно. Будет, не знаю. Даже не знаю. Да, на Пушкинской вообще имба. Погодка хорошая. Ну, правда, жарко опять стало, тучи ушли. Привет. Вот в этом что-то случилось. Ё-моё. На Флориде курьерить? Я ФЗ, братан. Это ж не я, это другой стример. Меня с ним путают, что ли, блин? Хотя мы даже не похожи. Ебать, тут опять что-то копают. Что-то случилось опять. Так, за сегодня уже какой-то, четвертый раз. Что-то копают, течет что-то. А в Ростове, интересно, в Ростове когда-нибудь будет такое, что ничего не будет течь хоть один день? Или это нереально? Настолько трубы у нас ржавые. Продотора пару что-то. Уже обед, а ты не какал. Допке? 1,7, по-моему. Да, по-моему, 1,7. Ты долго про свои 8 рублей в час память? Этот 45 км в час. Ищу, ищу. Ты рофлишь? Набираю на работу. Что за хрень? Каких напса 8 рублей в час? Что за бред?
Что ты ерунду пишешь? В смысле? Выделять сообщение зачем? Ну, чтобы видно было. По приколу, наверное. А, это бот, его забанить надо. Давай забаним сейчас. Где? Какую фразу? А, это реально бот, ну сейчас ему бан дам. Что предлагали? Я не умею в запретки кидать канал от Смайла. Я просто забаню, да и все. Я забанил, спасибо. Привет, заметил, спасибо. Здравствуйте. Еще раз. 26.90, 21.79. А как, где смотреть тут эти номера? Вот, 26.90, вот. Нет, 21.79, вот. 21.79. Это 26.90. Здесь положите. Минут 10. А, увидел все. Это два пакета именно? Как он смотрел там на этот номер, я не понимаю. А, вот это не смотрел. Так, где эта ебеня находится опять? Как быстро выгонят? Нас сразу же выгонят. А у тебя что, денег нет пожрать заказ? Нет денег купить еду? Так и спрашиваешь, как будто хочешь устроиться, чтобы заказ сажать. Брат, просто заработай на еду, да и все. Зачем жрать-то, не понимаю, если можно зарабатывать деньги. Что там рассказывает? Со всеми трахаемся подряд. Кайфом. Самая лучшая работа. Что там тебе рассказывать? А, работа? Метро нету.
дождливую погоду нет, не выхожу, дома сижу. Миненки сколько ел? Очень много. Первые два года от миненок было по 3-5 раз на день. Отмен было много. Судья с отмененным заказом сожрать. Потом отмененки пофиксили, как и все остальное. Раньше отмены были постоянные, потом убрали. Нет, не нужно. Утилизировать свой живот. Да, теперь нельзя отменять. А поэтому Ваня и похудел. Ну да. Карты без лимита. Что? Не, про безлимит я такого не знаю. Это что-то выдуманное. Какой напса безлимит? Отмены были, потому что были отмены. Можно 10 минут было подождать, клиент не выходит на связь, просто нажать кнопку, что не вышел, и сожрать заказ, и похуй вообще. А сейчас надо, можно часами ждать этого клиента, если он на связь не выходит. Вот сейчас мы, допустим, отвозили хлеб и сало. Я бы, в теории, мог бы тот заказ отменить и все, при желании. Сейчас уже так не сделаешь. Приходится ждать всех подряд. Раньше было круто. Так, и как мне зайти внутрь, если я даже позвонить не могу? Фасоль — прекрасная тема. Люблю фасоль. Ковид, ну, рублей, наверное, рублей 300 где-то. Не выходя из дома, я бы хотел так зарабатывать, но, к сожалению, нельзя так. В плане, блядь, я тупой, чтобы еще дома зарабатывать. А что там отвечать? Это Ростов, юг. Какой тут может быть снег? Ой, спасибо большое. Хорошего дня. Так, а нам какой под нужен? Нам... Ой, что? Все, я. А это какой? Мне второй нужен. Нельзя кататься? Ё-моё, всё, я понял. А мне нужен первый подъезд. Вот он первый. А, всё, спасибо. 51-я тут же? Да? Ну, в смысле, я в квартиру позвонил. Меня же запустили к жители дома. Пусть меня встретят ещё.
Ну, я в аду, что ли? Как будто в ад еду. Упал сессор для Эдита была. Старый бог. Почему стена белая? Почему дом коричневый? Почему ворота покрашены вот так? Звука нет. Звука нету. Всем ТВ ссылки удаляются. Так я знаю, что есть. Это iPhone восстановлен, то всегда звук такой каловый. Так что нормально. Все хорошо, сейчас будем драться. Ку-ку, братишка, ку-ку. Братик проехал, да. Тротуары, рот их ебал, тоже конченые. Можно было по тротуару повыше сделать, чтобы с них можно убиться нахуй, с этих тротуаров ебаных. Эти тротуары, блядь, такие делал. По 10, по 15 сантиметров, блядь, бордюры, суки, вы, блядь, ебаные. Кто их делал, блядь, эти тротуары. Дети швей, блядь. Дороги, просто рот их ебал, эти дороги. Так я тихо ругаюсь про себя.
Не, 15 сантиметров просто пиздец. С нее вот с этого бордюра упасть можно. И ноги сломать нахер с таким бордюром. Выблицкий перекресток с этими рельсами. Так неудобно. Она тоже сказала? А, я думал, та женщина, с которой мы шли. Так, мне нужна стоматология. А, бля, я думал, отсюда видно. О, кстати. А, не, мы тут не поднимемся, да? На бок поехали. Да попробуй не материться с такими дорогами. Так, нам нужна стоматология. А, во, спасибо. Блять, одни заборы, рот их ебал, и ямы, огромные ямы. Каждый год, как начинаю, чем больше я по Ростову работаю, тем больше я охереваю от этой работы. Стоматология. А, во, ебать, я правда стоматология, прикол. Привет, да, потихоньку, помаленьку. Отдыхаю, стримлю с кайфом, расслабляюсь. Онлайн хоть подупал наконец-таки. А то, блин, недавно хайп был. Каких-то 500 онлайн, и невозможно было даже чату отвечать. Сейчас хоть спокойнее стало чуть-чуть. Прям груз с плеч. Здравствуйте, я к вам, да? Давайте, я не буду заходить, так передам. Приятного аппетита и хорошего дня. До свидания. Так что сейчас прям с кайфом стало все. Так, у клиента. Передать. Опять вкуснолюбов? Жесть. ТГ в описании есть, если что, ссылочка. Так, мы заработали с вами 1524 рубля. О, кстати, неплохо. 1524 рубля. А, это подожди, больше должно быть или нет? Или это с мультизаказом вышло? А, с мультизаказа 280 рублей капнуло. Ну ладно, поехали. Сейчас опять тот вкуснолюбов упал. Как будто бы должно быть больше по деньгам, да, такое подозрение у меня? Ну ладно, что я жалуюсь вообще? Грех как будто бы жаловаться даже. Платят и платят. Слава богу. Вот если бы не платили, тогда бы да, тогда было бы плохо. Выплаты. О, ля, тиктокерши. Прикол. Тикток снимают. Кинули, да. Должна быть 500 рублей за мультизаказ, дай бог. Поэтому я мультизаказы ненавижу. Они, сука, в Ублюдске дешевые, еще и две точки проезжать за копейки. Так бы я 300 рублей на одном бы заказе быстренько сделал, а так я везу два заказа за ту же сумму, как один заказ, понимаешь? Я поэтому мультики не особо люблю. Это как, вот, кстати, сейчас такси стоял, это как у таксистов вот эти вот по пути, клиентов по пути возить, понял? Самое дешманское для нищебродов, вот это для, или как это называется? Ну, те, кто бедные, те, кто по пути только с людьми ездят. Клиент может так сделать, да. За 5 лет у меня один раз такое было. Так, ребятушки, мы поедем или что? Или я давайте объеду, может, вас. Что-то странно все. Бля, что происходит? Куда он едет? А, бля, ладно, я поехал. Короче, хуйня какая-то. По пути, да. Я не богатый, там мне зрители подарили велик. Я токсик? Нет. Ну, бывает, да, бывает. Накипает, а так нет, не токсик. Мне кажется, что-то... Здравствуйте. Да, заказывай, пиши, что тебе привезти.
все, осуждаю себя, не поддерживаю, да, осуждаю. Да ладно, я шучу, я сам пользовался этой фигней. Правда, ехал с какими-то вонючими странными людьми, потому что один пердел, другой по телефону орал громко. Поэтому мне сложилось впечатление, что только бедняки пользуются по пути. А оказалось, просто, видимо, мне не повезло с клиентами, просто, видимо, не повезло, с которыми я ехал, поняли? Я сам этим пользовался, на самом деле. Но я почему сравнил, потому что мультизаказы дешевые, и такие же дешевые... Ой, я не туда поехал, это Пушкинская, да? Блядь. Волгодонские. Волгодонские, по-моему, и нет Яндекс.Еды. Жапан снова стримит? Все, не буду ругаться, сори. А какая новая? Хорошая или плохая? Хорошая у него реклама или плохая? Если хорошая, пойдем смотреть. Если плохая, не вернусь. А, 5, фу. Фу, гадость. Нет, тогда не пойду смотреть. Продал свою аудиторию на какую-то залупу. За какие-то 3. Не, ну зрители так нельзя называть, это бред. А вот то, что Жапан, конечно, продал свою аудиторию просто за какой-то скам Казика, ну это, конечно, ужасно. Такое себе. Не, я нищебродами никого не называл, это просто я образно сравнил, что у меня нищенские заказы, когда их 2, допустим, чем один повезти. А я сравню как по пути, потому что у меня сложилось впечатление. Здорово, брат. На тачке в Яндекс.Еде больше платят. Просто я, короче, ехал как-то по пути. Совсем здорово, сейчас привезу. Я как-то ехал по пути, короче, с клиентом я в такси в этой. И мне попались какие-то просто алкаши непонятные. И у меня сложилось впечатление, что реально нищеброды пользуются по пути, поняли? Но я, короче, вот и поэтому почему-то так подумал, что если это дешевле, значит, этим пользуются, скорее всего, люди, у которых денег нет. Ну да, потому что у меня сложилось впечатление из-за того, что я сам пользовался, но я сам, в принципе, нищеброд, по факту. И поэтому я подумал, что все плохо. Дом 16, все, братан, сейчас приедем. Алкаш по пути мне попался, да. Привет, привет. Легально рекламируют скам, красава. Жапан красава. В режиме блокированные слова. Я велик храню дома. Так что... Не, да понятно, что этим пользуются люди, которые могут сэкономить. Я сам такой любитель поэкономить. Так в смысле налогово, я ж налоги все плачу. Но у меня рекламы-то и нету. В этом и прикол. Это ж не реклама. Это так по приколу. Нативная хрень моей рефералки, с которой я налоги плачу. Я ж самозанят, я все плачу. В месяц на себя примерно 6-8 тысяч рублей. Плюс-минус. Да пусть платит, ну скам же рекламирует галимый. С экшн-камерой? Не, это нарушение личных границ. И по факту, если с тобой такое случится, это раз в 5 лет может случиться. За 10-12 тысяч заказов у меня один раз такое только было. Ну сначала самозанятость ты будешь оформлять, когда будешь по ревке регистрироваться. Оно там все вместе будет происходить. Так что нет, там, ребят, если кто-то вдруг обиделся по поводу такси по пути, вы не подумайте. Я ничего против этого не имею. А то вы сейчас подумайте, что я Жапан. Диман Жапан. Почему Иван Жапан? Нет. Брендовые вещи, да. А, таких нету. А куда они все делись? Взяли, все поуходили, где-то. Бренд. Все, что на мне брендовое, это оригинальные эйры. Ну, это их я нашел, их. Я их не покупал, поэтому хз.
постирать. Я только постирал уже грязные. 1340? Да. 2863? Не, фигня по пути, полная фигня по пути. Потому что, ну, во-первых, ездишь непонятно с кем. Еще из-за, ну, типа, дешево, и поэтому и ездишь непонятно с кем. Так что не рекомендую пользоваться по пути, фигня полная вообще. Да, да. Спасибо большое, хорошего дня. Че, полетели? Кого развожу? Че ты глупости пишешь? Что это такое вообще? Зачем ты это пишешь? Глупости пишешь? Не пиши глупости. Это же глупость. Как это слово переводится? Это же плохое слово, нет разве? Сомбреро! Что это за слово вообще? Переведите мне. Это запретка, что ли, или что это значит? Что за слово? Из китчен? Что за китчен? Что-то знакомое китчен. Бонуска вообще невероятная, братан. Устраивайся, попилим пополам. Яд природный? Не, я такого не знаю, брат. А как передается? Возбудитель, господи. Брат, как тебе это в голову пришло вообще? Салатом с консервированной фасолью? Ну я не вожу такое. Че ты ко мне пристал? Я такое не вожу. Я вожу все оригинально, официально, вроде как. Ну, я надеюсь. Ой, девочки. Такие девочки интересные прошли. Курьеры? Ну, это ж не они отравили. Это ж какие-то уебищные салатики просто были. Неплохой такой возбудитель. Девочки в юбочках. Не, ну это прикольная фраза, кстати. Ну, в Москве. Мы ж не в Москве, мы ж в Ростове. Ну, еду из доставки. Пацаны, вы ж не забывайте, что это не от меня зависит. А от какого-то... От какого-то ресторана может зависеть. Да и в Ростове это может случиться, парни. Вы же должны осознавать. Какую коллективную, блядь, ответственность? Это от ресторана зависит. На чем гоняю? На велосипеде Минако Монстр. Жарко, жарковато, да. А энерготики это только тут, да? Ой, блин, я извиняюсь. Что-то не обратил внимания, что вы считаете. А, вот я пойду там спрошу. Ой, а вы не считаете? А энерготики только на входе, да? Вот эти, ага, спасибо. Вот, да, только здесь энерготики. Все, понял. А холодные есть, да, где-то? Себе мне там надо завести по пути. По делам. Какую страну чекнуть? Тут очередь. Блять, пизду нахуй эти очереди, блять. Почему нету касс самообслуживания? Столько времени на это, блять, тратится. Только заходишь что-нибудь купить, блять. Пизда нахуй. Это южный говор.
вот этих, блядь, очередей ебаных, блядь. Сука, какой я злой, нахуй, блядь. Там зашел, нихуя не купил. Тут, блядь, зашел, нихуя не купил. Ебаный рот этого казино, блядь. Да я не матершинник, блядь. Сука. Кроссовки розовые, потому что я их на помойке нашел. О, привет, брат, спасибо большое, спасибо, что смотришь. Ну, сори, что я матерюсь иногда. Я не специально это делаю. Да везу заказ, везу. Казино? Нет, в казино я не поеду. Привет, привет. Ну, я три пары нашел. Джорданы. И две пары Джорданов нашел. И нашел вот эти розовые эры. Поэтому я просто вещи не покупаю. Нахуй покупать вещи, если можно найти их. Рэпчик спеть. Мох стань похожим меньше на цветок, больше на мох. Японский сад промок, воду пьет зеленый мох. Неприметным ковром стелится среди цветов древние пестиков шипов. Мы все исчезнем, но не мох. Вот тебе рэп, пожалуйста. Опа. Блять, где-то в магазине будет не очередь, ебаный рот этого казино. Блять. Буду за тобой. Да, я не себе. А можно я вперед пропущу, а не все нормально? Давай, хорошая смена тебе. Карта, карта, карта. Да, карты. Спасибо. Хорошего дня. Я не себе взял. Так тут не было очереди на самом деле. Как сейчас, так и нашел. Здорово. Где нашел кроссовки, я уже сказал, где нашел кроссовки. А я не читаю чат. Здорово, здорово. Кто сказал, что я? Чат читаю, я его не читаю. 65 тысяч такой аппарат стоит. Ебать, там сумки закинь. Ебать, тут сумки летают, охуеть. Че их так закидывают? Ебать. Жестко. А, это утиль, что ли? Ебать.
это не АФК стрим, чего вы на меня нагритесь? Какой НАПС АФК? Какой АФК НАПС? Нет. Какой АФК? Какой АФК? Я живой, я настоящий стример с настоящими эмоциями, не выдавливаю, не проплаченный, ни копейки не беру ни со зрителей. Какой АФК? Нет, не АФК. Сделал, я бы тоже забрал. Я бы так же сделал бы. Ё-моё. Это за мной, что ли, бляха-муха? А, не, я думал, за мной. Диман Жапан? Не, ну какой нос в нос? Диман Жапан — это легенда. Ну, с тех пор, ну, для меня легенда был, по крайней мере, пока он рекламу Галимову не взял. А так, в принципе, Диман Жапан круче меня. Он-то более такой харизматичный мужчина, чи шо. Энерготики. 45 метров в час, да. Спидометра нету. Скучаешь? Серьезно? Чтобы направо повернуть. Там, на перекрестке? Чтобы направо повернуть. Да пусть кто обгоняет. Не, не болит. Я 2 года. Чат, слушай, я привык. Да, это Текучево Буденовский. За 2 года уже привык. Заебали, чат, ебаные, блядь. Осуждаю себя. Это я немножко токсичу на водителей. Иногда я слишком токсичен. Но с такой работой сложно быть нетоксичным, когда на дороге происходит за день 100, блядь, происшествий. И подрезают, сука, дети швей ебаных, блядь. Знаешь, сколько таких уродов? Почему без шлема? Потому что жарко. Таких мудаков очень много в Ростове, черти ебаные. Нет, чтоб был токсичным, стал таксистом. Блядь, опять не ловит сигнал. Ёбаный интернет уже конченый. Интернет конченый, дороги кончены, водители подрезают постоянно. Ямы, канавы, саки текут. Да, блядь, что это за наказание со мной происходит? Меня преследует Ростов. Я люблю свой город очень. Блядь, опоздал чуть-чуть, ёбаный свет. Ну ладно, что.
Я про NPC в GTA 5RP, разумеется, я не про людей же говорю. Водители ростовчане вообще самые лучшие люди на свете. Сейчас я заказ отдам. Ой, в Минске вообще бы кайфовал по факту. Даже бывает хуже, чем в Ростове. Ну, в Турции я был, там вообще пиздец с движением. Ой, в Минске вообще какой-то рай. Я был когда в Минске, очень понравилось. Это невероятный город, если между нами. Чуть никто не берет трубку. Где все? А, алло? Алло, это еда. Вы где? Так, куда заходить? А, все, сейчас зайду. Добро, добро. Угу, добро. Сейчас я заказ отдам. One second, please. Я тут никогда не был, кстати. Сейчас, секунду. Ростов это как? Ростов. Ростов нельзя с каким-то городом даже сравнить, я не представляю. Где веселее, чем Ростов. Блять, перекресток пришел. В Питере друзья, в Питере семья. Заказ готов на 3000 рублей. Боже, что можно было на 3000 заказать? Что там такое дорогое? Нож? С каких пор мы ножи стали доставлять? Ебать, в заказе нож. Подожди, это я что, оружие буду доставлять, что ли? Нихуя себе. Офигеть. Ну, где родился, там и пригодился, да? Жесть. Сейчас нож будем доставлять. Ё-моё, держите меня семеро. Держите меня семеро. Нож буду доставлять. Опа. Я не знал, что так можно было. Да, самый красивый, клянись. Ну, же бытовой из пятерочки. Ну, понятно, что из пятерочки. Из перекрестка, не из пятерочки. Не иду, вот именно. Разрешение на нож. Не видел. Я видел только этот, пожар сильный и все. Ну тогда отсюда 40 километров, но я его все равно вижу. И дым огромный. Ну а что делать? Все хорошо. Иван Стетхов, перевозчик. А вот это хорошая шутка. И плиту, не дай бог, плиту возить. Жену нашел даже. Ну, нормально. Разрешение на Минако. Ливень обещали, да. Руль, а я не буду руль покупать, брат. У меня нет желания. Так, а тут что, свернуть нельзя? Подожди, бля, а где? Бля, не проехать прям. Жесть. Тут пройти нельзя стать. Дождь нет, не работаю. Трясет, реально? Ну потому что 30 FPS может. Реально трясет картинку?
Да нет, Рудин. Ну сейчас, сейчас перезапущу, выйду с этого. Банихоп, да, я постоянно банихопы делаю. Так, а сколько мы заработали? Подожди, сейчас я посмотрю. Сейчас я перестрою тогда, окей. Так, 1726 рублей. 1726. Я выйду с перекрестка, перезапущу тогда. Почему 14? 200? Зачем я как в карман с телефоном кладу постоянно ключи, хотя можно в правый положить свободный. Перекресток. А что, никого нету? А заказ это кому обратиться можно? Здравствуйте. А подскажите, 63, 62, 63. Стабилизация будет заебенная. Я поставил мощную стабилизацию очень. Тебя будете кайфовать от картинки, охуевать прям. Как бывает, стабилизационно мощно. Член? Почему? Сам ты член. Член общества. Понял, кто ты? Ты член общества. Блять, опять трусы в жопу съедаются, как они забодали уже. Все, должно быть супер влажно. Ой, супер супер плавно. Какая камера? iPhone 12 mini. Гордый член, по факту. У меня гордый член стоит колом, и я работаю в Яндекс.Еде. Так, а куда ехать-то? Ой, опять эти ебеня ебаные. Ой, господи. Прости, господи. Ну, учитывая, что... Не Суворовский, слава богу. Учитывая, что жопа трусы съела, то, по сути, я в стрингах сейчас, да. Можно не надевать, надо без трусов работать, кстати, реально. Да блин, у меня просто штаны дырявые, будет видно, что я без трусов. В принципе, диета хорошая была бы, да, если бы только бы штаны были бы не такие порванные слегка снизу. Понял? Кто располовинит? Что за бред? Стринги, я понял. Ну, жарковато сегодня, да. О, доставка, реклама нативной доставки. Офигеть. Прикол. Ну опять саки потекли, блядь, душник ебаный. Так, за сегодня уже пятый раз саки текут. Что за город? Саковых рек. Город Сак. Что не день саки текут? Thank you.
город Ростов на саках, ну по факту. Иногда саки прям перебарщивают. Слишком много. Да я несу, все хорошо. Несы на радуге зависни, или как там говорят. Skittles. Колбасы делают Тавр, слева завод проехали. Какая вонь от этих колбас. Все, не буду бухтеть, согласен. Дом трясется, ого. Ями-ями. Колбаса из туалетной бумаги, ну, кстати, я думаю, так и есть. Ветер. Боже мой. А, крабовые палочки тоже, да? Стрим лагает. Стабилизация, а из-за битрейта плохого. Ну, это же интернет плохой. А, кстати, может и не из-за интернета. Да, какой интернет? Здорово, здорово. Ну, обычно, ну, конечно, тяжелее. Намного тяжелее было работать. Сейчас стабилизация мощнее, чем была. Я поставил не стандартный режим, как всегда стоял, а двойной режим. Можно еще сильнее поставить, тогда картинка вообще не будет это лагать. Это Тольятти, да. Ну, если по 5 часов в день, на обычном велике, да. Сейчас я приеду, битрейт уменьшу. Но если я уменьшу битрейт, картинка будет не такая красивая. Так я не могу брать заказы по выбору. Они автоматом падают. Плюс у меня автоприем стоит. Я, к сожалению, не могу сейчас заказы выбирать. Так бы я все дерьмо бы скипал подряд. Это пока у меня автоприемчик стоит. Поэтому я, к сожалению, это... подряд вожу. Надписи нет, я же перезапустил стрим. Извиняюсь, я забыл, что я стрим перезапустил. Все, я вернул. О, кто-то идет. Может, я не знаю, как пользоваться домофоном. Блин.
или помощников. Да, с коляской, конечно, тяжело в такие время. Давайте я буду держать вам. Опа. Проезжаете. Да, да. Ага, все. Опа. Не-не, все хорошо. А, ну все, спасибо. Спасибо большое. Это мне очень неудобно, конечно, через эту дверь проезжать. Так, нам какой третий подъезд нужен дальше, по-моему, если мне память не изменяет. Да, вот он, третий подъезд. Домофон не работает, ну как всегда. Зачем домофон, когда квартира 5 лямов стоит? Все деньги отдали, как всегда, на квартиру. Причем все клиенты... Фу, опять чем-то воняет. Сначала мне открыло. Ну, дожи, верно. Дошки? Не кушаю. Последний раз дошки кушал в 9 классе. Это было лет 15 назад приблизительно. Вау! Вау! Есть задержка голоса? Я проверяю стабилизацию. А ну, проверка стабилизации. Начинаю прыгать. Кайф, да? Кайф? Стабилизация работает? Нормально? WW? Так, домофон не работает. А кого же просить открыть мне дверь? Ну, никого, давайте подождем. Че, ждем? Да в пизду ждем. О, дверь открыта, походу. Да, это Toyota Center. WW. Сейчас я заказ отдам. Отсюда видно, интересно, это пожар? Не, не видно. Он там за домом. Ну ладно. Я вызову Марка Гуакамоле на бой, и будет вот так это выглядеть. Ну чё, Марк? Чё, Марк, с лицом? А, Марк, чё с лицом? А зачем на этаже? Первый раз такой вижу. С лицом, Марк! Все. Опять перекресток, рот. А, готов. Самый лучший перекресток. Заказали лед. А, и все, один лед заказали. Тупо лед один повезу. Прикол. Так, 1912 рублей.
Сейчас лед один повезем. Реально заказ один лед, пацаны. Не рофлю. Не рофлю. Трубы горят, но может. Я на 2 килограмма больше велосипеда вешу. Спасибо, стараемся. Спасибо, братья, за комплимент. Перекресток опять. Там, где прошлый заказ забирали, туда же и едем. Так, дома у меня есть этот напиток. Белковый, ой, как он, протеин из Кусвила. Куда потом? Да в центре там же где-то. Протеина сегодня же буду кушать на обед, я больше ничего не буду кушать. У меня дома хавки, по-моему, нету, каши только. И все. Села батарейка. Там песня прикольная поет. У меня жопа вспотела, жесть, настолько жарко на улице. Это пробка какая-то. Я обратно в центр еду. Да, привезу. Ты как на каком адресе? Пиши адрес, я шаурму тебе привезу. Блин, я придумал контент. У меня много с Ростова, ребят, поставьте плюс. Я бы мог за донат реально людям привозить еду. Чисто интерактив для зрителей, кто с Ростова. Мне кажется, прикольная идея. Не, дефис не надо ставить, только плюсы. Но, походу, не будет интерактива. Ну ладно, я пытался. Батайск? Не, Батайск. Ну хотя, в принципе, да, можно. Бля, ну вообще можно. Ставлю минус, все прослушал. О, шаурма с ЦГБ, это вообще имба. Шаурма душевная. Шаурма души, шаурма маркет. О, я бы в Минск поехал бы с удовольствием. До Франции, да, конечно. Я бы с удовольствием во Францию поехал. Будь возможность. Да, кто с Ростова плюс. Типа за донат привозить от стримера хавку. Мне кажется, прикольная идея. Ага. В Сербии интересно в Глово поработать бы по приколу. А, там и Вилон Вадя, как раз Вадю Вилона встретить. Вольт, да. Я бы в Глово с удовольствием бы поработал. В смысле? Не было такого. Что ты на Авилона наговариваешь?
Блядь, что нажал? Шикарно. Сегодня хороший день на самом деле. И настроение игривое. И пока еще не проголодался даже. С кайфом прям работает. То, что надо. То, что надо. Так что всем хорошего дня. Солнечное. Пока сегодня солнечно, да. Челябинск. Ну, я бы хотел в Норильск поехать, на самом деле. Мне Норильск нравится тем, что там прям очень это серо. И как будто бы, если бы там была Яндекс.Еда, я смог бы украсить этот город. Еще больше украсить. Потому что я смотрел просто видосы про Норильск. Там очень так прям сюрреалистично. Просто хотелось бы посмотреть, поехать. Месяцок чисто пожить, поработать, подышать заводами. Погода в Тольятти шикарная. Сейчас опять в перекресток идем, опять связь пропадет. Заберем, и там лед, чисто один лед заказали, быстренько отвезем, дальше поедем. Куда везти? Да в центре тоже где-то.